Регіональная дискуссия по питаннях створения умов для дальнейшего развития экономики и створения сприяльного делового осяроддя прошла у Могилеве. Керовники предприемства и организаций приватных и державных собрались разом, каб обмерковать, что необходимо изменить у законодавстве у подходах до ведения бизнеса, каб створить сприяльные умовы для развития экономики региона. Очень важно проанализировать, какие дополнительные стимулы, какие дополнительные импульсы еще нужны бизнесу. И вот цель сегодняшней дискуссии как раз и определить те направления, которые больше всего волнуют и сдерживают развитие бизнеса. Гаворка велась у форме дискуссии. Працавал вольный микрофон. Такая сустреша – это важный крок до диалогу улады и деловых колов. Керовники разных предприемств привозили конкретные пропановы. Например, пожадано дать право на коммерцийную рызыку, подтримать державные заводы и фабрики от скока валютного курса. Да и шматликие авансовые платежи – часто непосильная нагрузка на предприемства. Сегодня будет важно найти те условия, при которых сегодня любое предприятие, которое есть, и в Могилевской области, и у нас в стране, чтобы оно получило второе дыхание. В части, проведя модернизацию, вышло на более современный уровень и было конкурентоспособно на мировых рынках. Подходить объективно к коэффициенту земельной аренды в зависимости от региона, в том числе и вопросы по более упрощенной схеме развития бизнеса, открытия и закрытия. Экономика должна стать более открытой. Более открытой для, для зарубежных партнеров, открытой для, для конкурентов. Чем мы более открыты, тем мы более понятны конкурентам. Если мы более понятны конкурентам, у нас возрастает наша конкурентоспособность. Поэтому все, в общем-то, просто. Если говорить о какой-то простоте ведения бизнеса, то да, наверное, надо говорить о том, что государству, может быть, в каких-то моментах нужно отступить в позиции давления на бизнеса, на бизнес. Да? Важно услышать мнение общества, большинства общества. И в процессе диалога вот эти вот поправки, они должны выкристаллизоваться, а эксперты их фактически положат на бумагу, чтобы это не противоречило другим нормативным документам, в том числе действующей Конституции.